открывает нам этот новый мир Тора. Теперь, значит, это самая главная заповедь. Вторая заповедь. Так, пользуясь случаем, передаю привет. Это куда идет лайк? Так. Да, отлично. Все, всем шалом. Кто видит, 2000 человек, остальные слушают. А мы не знали, слушают, не слушают, учатся, не учатся. Вот оказалось, что учатся. Хорошо. Теперь, значит, есть самая главная заповедь в Торе, это учить Тору, то есть узнавать, как работает. Мы все живем в каком-то мире правил. Вот, знаете, как есть анекдот, когда папа сыну объясняет правила жизни. И он ему говорит, сынок, значит, ну, начинается все с известного вопроса. Крошка, сын к отцу пришел и спросил, а кроха, что такое хорошо, что такое плохо? И каждый папа объясняет своему сыну, что такое хорошо, что такое плохо, своим языком, как сам понимает. Причем, даже если он сам в жизни мало что понимает, он все равно сыну объясняет то, что сам знает, как стопроцентную истину. И вот, значит, этот папа объясняет сыну, объясняет, потом ему говорит, ну, сынок, я тебе сейчас скажу одну вещь очень важную, запомни. Значит, тот, кто 100% утверждает что-то, вот 100%, что он знает, он дурак. Сын ему говорит, папа, ты уверен? Он говорит, 100%. Сто процентов, да. Значит, все в этом мире не 100%, но тем не менее, каждый человек живет в своей модели мира, в которой он для себя, пользуясь вот этими отрывками информации, которые получил в разные периоды жизни, выстроил некую модель мира, в котором у одного все плохо, есть люди пессимисты, у него все плохо, впереди плохо, было плохо, а будет еще хуже. Это пессимисты, то есть он живет в такой чернухе, такая темнота. Есть люди, например, там, атеисты, да, он, значит, как бы его вся модель мира, она от сперматозоида до могилы, все, он как бы себя оградил. А откуда он взялся сперматозоид, типа, ну, от обезьяны, там, обезьяна откуда, от инфузории туфельки, значит, как-то у него вот так вот все фрагментарно. То есть каждый человек живет в своей модели мира. Теперь, значит, Тора – это тоже модель мира. То есть Тора – это модель мира, которую мы верим, что она получена от Всевышнего, от Создателя мира, что Моше Рабейну Моисей получил ее на горе Синай. Еврейский народ был для этого выведен из земли Египта. Мы должны об этом вспоминать каждый день. И мы каждый день должны себя видеть, как будто мы выходим из рабства из Египта. То есть весь мир находится в рабстве. Весь мир конкретно находится в рабстве. Все люди во всем мире, вот все рабы. Откуда мы знаем это? Ну, спроси человека, чем ты занимаешься? Вот чем всю жизнь все занимаются? Чем все? Работают. Работают, значит, работа от какого слова? Раб. Правильно, то есть работают, и каждый человек работает. Бывает, ну, как бы если общий смысл, зачем все работают? Деньги, признание. А зачем деньги, признание? Зачем? Ну, чтобы как-то хорошо выглядеть в глазах других. А зачем? Ну, вот буду хорошо выглядеть, будет хорошо. То есть, ну, какая-то вот такая вот, весь мир работает. Еврейский народ тоже рабы. Только мы решили, что мы рабы у кого? У Всевышнего. У Бога, у Создателя мира мы рабы. Какая нам награда? Кто нам платит награду? Бог. Какая награда? Вечная жизнь. То есть мы, как проходя этот мир, мы присоединяемся туда. А в этом мире что? В этом тоже все хорошо. У нас все продумано, то есть чтобы этот мир от рождения до смерти пройти с минимальными страданиями. То есть в этом как смысл Торы, чтобы везде оградить человека от страданий. Значит, как это делается? Законы семьи. Значит, все продумано. Законы бизнеса. Все продумано. Законы, как относиться к другим людям. Все продумано. Начинается Шулхан Арух с того, что пусть тебя не беспокоят, даже если на того будут насмехаться. То есть ты иди своей дорогой. Каждый, есть такая поговорка в Израиле. У каждого Абрама своя программа. У каждого Додика своя методика. То есть есть у нас разные внутри Торы направления. И ты идешь по своей методике и не обращаешь внимания ни на кого. Хорошо, значит,
мы разобрались, откуда у нас Тора. Получил Моше Рабейну на горе Синай, и мы стали в этот момент рабами у Бога и освободились от всего остального рабства. То есть есть даже мишна такая в Пиркей Авот, которая об этом говорит, что «Амикабель алав оль Тора» – тот, кто принимает на себя ярмо Торы, с того снимают ярмо бремя властей и заботу о пропитании. То есть принимаешь на себя ярмо Торы, у тебя тебе не надо волноваться вообще ни о пропитании, ни о чем. Все волнуются, а религиозные евреи что делают? Не волнуются. А как он не волнуется? А чем ему волноваться? Он знает, что Всевышний его всегда прокормит. Значит, не прокормит, значит, не прокормит. Тоже нечего волноваться. То есть, как бы у Всевышнего, если же Всевышний не прокормит, кто тогда прокормит? Да, но кто тогда. Не, но все равно же социал – это средство, это все посланцы Всевышнего, это не они решают. То есть весь этот мир – это посланец Всевышнего. Как он накормит – это уже другой вопрос. Как вы представляете себе в современном виде Бог? Бог – это не его нельзя представить. В том-то все и дело, что Бога представить нельзя. Это прям в Торе, прямым текстом написано. Не может человек увидеть меня и остаться в живых. Как не может человек смотреть на солнце и не ослепнуть? Так это солнце, это песчинка. Так же Бог, человек тем более не может представить того, кто сотворил солнце и дает солнцу энергию. Как можно представить Бога? Его нельзя представить. Нет, а в образе человека или это что-то? Не-не-не-не, говорится, что его нельзя представить. Его невозможно представить. Мы на эту тему 100 раз говорили. Да-да. Его никак нельзя представить. Другое мнение. Да. Теперь, значит, получили мы вот эту Тору, еврейский народ получил Тору и начал ее, это было, кстати, интересно, легко запомнить. Вот в этом году легче всего запомнить, когда был исход из Египта. Знаете, когда был исход из Египта? Вот в этом году мы праздновали Песах, это было 3333 год, 4 тройки. 3333 года назад мы вышли из Египта, элементарно запомнили. Все. И с этого года уже дальше уже считать легко. 34-й, 35-й, до прихода Машеха. Теперь получили мы эту Тору. Дальше, как мы ее получили? Что значит получили Тору? Если мы представим, вот, ну, представить Всевышнего нельзя, да? Мы представляем, вот, например, там, вот компьютер стоит, да, вот компьютерная программа. Как она выглядела в начале? Компьютерная программа вначале, она выглядела в виде идеи какого-то человека, который эту идею, там, архитекторы есть такие, программисты-архитекторы. Он, значит, он думает, вот будет классно, когда будет возможность сделать что-то. У него вначале такая широкая идея. Будет удобно, если можно будет сделать что-то. Дальше он задает вопрос, а как это сделать? И он какими-то, у него начинается идея, крутится идея, идея, идея. Потом идея превращается в какой-то эскиз, эскиз превращается уже в какие-то задания для программистов, потом каждый программист выдает свой кусок кода, потом какие-то особенные программисты эти куски кода соединяют, и получается программа. Но мы программу не видим. А что мы видим? Мы пользуемся компьютером, видим на экране, ну, это фронтенд, то есть мы видим на экране, что-то работает, кнопочки нажимаем, работает. Теперь Тора – это как раз вот этот вот то, что там за кадром. Это тот, кто придумал мир. Дальше это тот, кто придумал мир. Он создал идею, каким будет мир. Потом эта идея, какой будет мир, она превратилась в как программный код мира. И потом это все проявилось в нашем мире в виде тех законов, которые в нем работают. Физические, химические, психологические, в теле, биологические и так далее. То есть есть огромный набор этих всех законов, которые работают. Теперь и вот этот вот программный код человеческим языком был передан в Торе. То есть было объяснено, как эта вся штука работает. Есть тайная Тора, это Каббала, да? Это как работает там, это для программистов. Те, кто хотят понять, как там работает, они изучают сферот, там, цимцум, миры. То есть они изучают вот те этажи. Зачем они их изучают? Говорят, что когда ты, например, мыслью прикасаешься, вот Эйнштейн, как он изобрел, вот не изобрел, открыл теорию относительности, он представлял, что он на луче света куда-то летит, там обогнал, что-то он обогнал, то есть он в воображении представлял. И потом он это сформулировал в виде вот этих вот формул там физических.
Те, кто изучают Каббалу, они когда мыслью своей видят как бы вот, ну, описание вот того пространства, то они чувствуют в этот момент какую-то невероятную там восхищение Всевышним. То есть они выполняют заповедь любить Бога и прилепиться к Богу на более таком высоком уровне. То есть, в принципе, последние там тысячелетия практически Каббала запрещена. Но были из них те, которые могли там делать какие-то изменения для того, чтобы в этом мире что-то там появилось, проявилось. Но из-за того, что этим злоупотребляли, то тогда, значит, закрыли эти возможности. То есть уже сейчас это все невозможно. Лайтман, он описывает, как бы пересказывает все эти книги. Некоторых вставляют, когда слушают его, ну, их прет просто, знаете, вау, типа, ну вот. Как знаете, когда человек приходит там в Лувр, видит эту Сикстинскую, ну, Мадонну эту, да, как это? Мону Лизу. И он видит Мону Лизу и стоит на нее, смотрит и думает, вот вообще, она больше миллиарда долларов стоит. Ну, это тоже ненормально. Два ненормальных решения. Не, ну, что Лайтман, что этот, они живут в своем мире, то есть они живут в каком-то своем мире, в котором они живут себе и живут, и пусть живут там. Теперь, а мы говорим о практической мудрости Тора, как это нас касается. Теперь большинство людей не лезут туда, ну и не, смысл. У нас у всех есть масса жизненных вопросов, которые хотелось бы решить, ну, то есть, например, тот, кто умеет деньги считать, а есть тот, кто умеет уравнения считать, эти алгоритмы. Ну, какие есть там самая математика, знаете, есть, тут есть математики? Нету математика, видите? Значит, но есть же высшая математика, они там что-то считают, а есть простой еврей, стоит на базаре, деньги считает, и в уме считает, и посчитать умеет, и в процентах разбирается, и все. То есть, значит, большинство людей интересует практическая мудрость Торы. Что делать в данный момент жизни, для чего, чтобы было хорошо. То есть вся вот такая доступная, понятная Тора, она отвечает на один простой вопрос. Хочешь, чтобы было тебе в жизни хорошо? Вот, значит, поступай, как Бог велел поступать, и у тебя будет все хорошо. Все. Это как бы глобально, вот знаете, как общий знаменатель всей Торы. Общий знаменатель. Хочешь, чтобы тебе было хорошо? Значит, делай вот как надо, и будет все хорошо. Теперь есть одна проблема у нас, знаете какая? Еврейский народ, когда получали Тору, в Торе написано, что это все стали, весь еврейский народ стал как Келев и Хат, Кииш и Хат. Они стали все как одно сердце и как один человек. Все стали как один человек. И с тех пор весь еврейский народ является тем гарантами друг за друга. То есть, если, например, вот мы сейчас сидим, там, например, сидим здесь, учим Тору, вот кто-то еще через интернет слушает, а в это время остальные евреи не учат Тору, а занимаются, не дай бог, какими-то вещами запрещенными, то общий зачет, как бы то, что на всех идет с неба, оно в этот момент не прет, то, что называется. Знаете, бывает, вот у кого в жизни были периоды, когда прет? Вот у кого было? Когда вот все, что ты делаешь, тебе прет. А у кого бывало, что не прет? Вот. Бывает, что не прет. Так теперь вот в этом вот и прикол, что я буквально вчера слушал урок и Рава Ицхака Зильбера Зацаль на недельную главу. И он говорит, что когда во втором храме, вообще, знаете же, в той главе писали вот эта история про двух козлов, одного отправляли жертву, приносили к Богу, а второго к Азазелю, да, сбрасывали. И кидали жребий. И если выпадало, что козел, который стоял справа, он попадал к Богу, то тогда это считалось хорошим знаком, что будет все хорошо. А если выпадало на козел, который стоял слева к Богу, это считалось плохим знаком. Так он говорит, что есть предание, что 40 лет перед разрушением храма каждый год выпадало все время на левого козла. То есть уже было на небе, не прет. Но опять же, здесь вот весь вопрос в индивидуальном плане, то есть все равно ты должен, я привез книгу, я вот вам очень советую ее всем прочитать, у тебя первая рыбыц какой передам, так как он у нас, мой, да, есть книга
называется эта книга «Невероятно». Вот все, кто ее читают, они говорят на каждой странице «невероятно». Хотя вся эта книга подтверждена документами и так далее. Книга «Невероятно» о одном еврее, который, вообще там о еврейской семье, семья Валес. Первая у них, они были из Испании, там, ну, первая глава о их предках из Испании. Они нашли документы, что их предок был последний официально казненный инквизицией Маран, который принял иудаизм, принял христианство, втайне соблюдал. Вот тысяча страниц это дело нашли там в архиве. Он был последний казненный, который, когда его раскрыли, ему говорили, или ты откажешься от веры, или нет, он не отказался. А теперь, а его отец этого, который вот сейчас, ну, в общем, кто таком книга, он прошел 6 концлагерей. Из каждого концлагеря была возможность выйти меньше 1%. Он с 1939 года по 1945 год прошел все концлагеря и остался жив, включая Варшавское гетто. С документами, со всеми делами. Теперь, значит, и, ну, как это все было, это просто читаешь, это ну, невероятно. Вот книга так и называется. Потом он вышел, прямо на выходе они поженились с девушкой, которая у нее вся семья погибла. Потом она забеременела, и ей дают возможность въехать в Израиль, а ему нет. Ну, давали тогда визы из лагеря перемещенных. Он пробирается на корабль. На корабле он пробирается, там скрывается, потом это, потом он притворяет. В общем, прочитаете, я вам говорю, это просто вот невероятно. А? Автор – это журналист, который описывал жизнь вот этой семьи. И сейчас там концовка, последнее поколение, вот этот вот Йоси Валес, который, про которого книга, он, значит, был главарь банды мафии в Бронксе. Потом он был, ушел из этой банды, ушел в армию в США, стал торговым, ну, по оружию там был очень сильный специалист. Потом вышел, организовал свою фирму, был международный торговец оружием. И уже потом, когда он сильно разбогател, там все, он приехал в Израиль, в Герцелии, и вот он в возрасте 50 лет, Хазар Бетшува, и стал директором самой крупной в Израиле организации по возвращению евреев к Торе, Арахим. При этом он остался рокер, там, ну, там, я вам говорю, книга, и на русском. Я не знаю, нет, ее издал, я принес целую сумку книг, и, ну, принес целую сумку книг, одна из них там, вот Рыбыц, как я ему, он будет библиотекарь, там есть много хороших, полезных книг, но это невероятно, очень советую. Хорошо. Так это я к чему говорю, что даже когда была на всех общая была раздача, то есть ну, хуже периода за последние там, тысячи лет не было, только когда разрушение храма было, подобный период в жизни еврейского народа, все равно даже в тот момент, когда индивидуально еврей, он там есть главный секрет его, когда его спрашивали, а как вы выживали? Вот как? И он, значит, как он сам рассказывал, что он сам понял, что в чем был его секрет. Он всегда у Бога просил прожить один день. Он говорит, вот я прошу вот все мои заслуги, вся моя жизнь, все, что было до этого и будет после этого, дай мне, пожалуйста, дожить сегодня до вечера. И так 6 лет. И 6 лет он во всех ситуациях выживал, все. Но интересно, что в первый концлагерь он попал, когда забирали семью, и он убежал, и потом он увидел, что забрали с мужа его сестры. В общем, он за кого-то пошел. И даже он, когда туда шел, он кого-то спас жизнь, сам вместо него зашел. И, значит, в итоге остался жив. Значит, практическая мудрость Торы, что Тора дает нам вот эти вот инструменты управления реальностью, да, жизнью, всеми аспектами жизни. И эти инструменты, они подразделяются на три категории. Три из категории этих инструментов. Первая категория – это Тора знания законов. То есть человек живет в таком мире, в котором ему все время, ну вот мы все предполагаем, а что будет, если будет? То есть, а как правильно поступать в этой ситуации? Вот он сейчас мне там, например, предлагает какой-то бизнес, да, идти, не идти. И каждый человек живет в каких-то своих моделях мира, в которых он день за днем, месяц за месяцем повторяет свою правоту. То есть каждый же думает, что он знает, как жить. Ну, логично, каждый человек... Он живет и думает, что я знаю, как жить. В итоге каждый вырабатывает какой-то продукт. Там у моего отца был друг, уже покойный, звали его Женя Диль. Он был женат 10 раз. Вот он был такой неутомимый искатель нормальной женщины.
10 раз он женился и умер в одиночестве, потому что не нашел нормально. Говорит, вторая была неплохая, но, говорит, уже поздно. Поздно. Да, поздно спохватился. Значит, каждый человек живет в своей модели мира. И первая часть Торы – это знать законы, понимать, как все работает. Законы очень неоднозначные. Например, здравствуйте. Вот, например, есть закон перед сединой «вставай и оказывай почет закену». Вот если мы сейчас привстанем перед пожилым человеком, то мы выполним заповедь из Торы. Да, то есть вы уже, вам больше 70 лет? Вам больше 70? Нет, ровно 70. 71, все, уже, значит, это заповедь из Торы. Но мало кто знает, что есть заповедь из Торы такая, а те, кто знают, оп, заработали себе баллы депозит. Потом, и каждая заповедь, если ты, вначале идет знание, то есть ты знаешь, как работает. Чтобы знать, как работает, нужно постоянно учиться, изучать законы. Например, самые главные законы, которые больше всего влияют на жизнь человека, это законы речи. Законы речи, то есть сейчас вот как раз мы изучаем на уроках, каждое утро есть 10 утра урок в прямом эфире. И потом мы рассылаем на Ваикре, есть такая платформа Ваикра. Книга называется «Шмират Алашон», «Сохраняй свой язык». Что можно сказать, что нельзя сказать. И от этого зависит невероятно результаты, которые есть в жизни каждого из нас. В отношениях, в семье, в дружбе, в бизнесе, ну во всем абсолютно. Мало этого, что тот, кто говорит, например, злоязычие и сплетни, у того отключается сила молитвы. Вот представляете, потому что если его язык, он приносит им, то есть он его включил на производство зла, теперь тогда по законам, там, как все работает, ему отключают силу его языка, то есть раз ты им пользуешься для зла, так зачем нужно, знаете как, человек, который других проклинает, он же и себя проклинает. Так если бы его язык имел силу, так что бы тогда было бы с ним, бы с окружающими, то есть ему приглушают эту мощность. Значит, первое – это знать, как работает мир, знать вот эти духовные законы, материальные законы, семейные законы и так далее. Хорошо. Теперь, значит, второй уровень – это молитва. Молитва – что такое молитва? Как работает молитва? Значит, человек, он… Вот сегодня уже очень много есть психологов, которые на эту тему прям дико популярны. Есть сейчас такой Джон Теха «Подсознание может все». Есть там Джо Диспенза, который просто чтобы показать, какой он популярный, он, значит, продает свое обучение. Вот у него есть недельный семинар, стоит $2000, на него 2000 мест. Когда он открывает на него продажу, за полчаса выкупают все билеты. $4 миллиона за полчаса, чтобы люди хотят у него научиться. Чему они у него учатся? Они у него учатся, есть книга, называется «Как изменить свою жизнь за 4 недели», значит, в чем суть его системы. Он нейробиолог, там ученый, все. Он доказывает с точки зрения медицины, что есть некая квантовая реальность, пространство вариантов, да, которое находится за пределами физического мира. Если ты умеешь сосредоточенно представлять, что ты хочешь получить, то в итоге ты это получаешь. То же самое есть другая система, называется там трансерфинг реальности, которая говорит, это пространство вариантов, это то, что называют Бог. То есть Бог это тот, кто создает реальность. Когда ты умеешь зайти в это пространство вариантов и увидеть то, что ты хочешь получить, не то, что ты не хочешь, как большинство людей, постоянно туда сигналят, не хочу заболеть, боюсь обеднеть. И они все время сигналят, что то, что они не хотят, они именно это видят. А работает наоборот. Ты должен то, что ты хочешь получить, ты должен об этом думать. Да, и так работает молитва. Когда ты молишься, то обычно о чем ты молишься? Ты молишься о том, что ты хочешь получить. То есть ты говоришь, я хочу... И вот тут ты должен... Есть специальное место, Шмакулейна, слушай наш голос в молитве, где ты должен сформулировать конкретно, точно, что ты хочешь получить. Есть такой закон тоже, опять же, это мы знаем из первой части, из знания, что тот путь, по которому человек хочет идти, его ведут с неба. Получается так, вот ты, например, знаешь, кто учил, есть великий Любавичский Ребе, да, Ребе, его одна из любимых советов, которые он давал каждому человеку, он говорил, как
думай хорошо и будет хорошо. И это не было думай хорошо и у тебя будет хорошее настроение. Нет, он именно так говорил, думай хорошо и будет хорошо. То есть ты своими мыслями вызовешь вот это вот хорошо. Секундочку, сейчас мы дойдем до судьбы. Значит, мы сейчас, может, не дойдем до судьбы. Про судьбу говорится в Торе в уровне знания. То есть вначале ты изучаешь Тору, и ты знаешь, как Тора работает. Теперь во второй уровень – это молитва. Ты молишься о том, что тебе нужно. И когда ты знаешь Тору, ты будешь молиться о правильных вещах. То есть ты уже выбираешь на карте местности, что нужно. Ты, например, будешь молиться о хорошей жене. Вот парадоксальная вещь. Когда человек, как думают обычные люди, да? Вначале я должен построить дом, там разбогатеть, работа, а потом жениться. Как думают евреи? Полностью наоборот. В 20 лет ты должен жениться. Почему? У тебя главная заповедь какая? Плодитесь и размножайтесь. И если ты женишься, и если ты будешь с женой соблюдать заповеди, то Бог о вас позаботится. Мало этого, когда Тора говорит о богатстве материальном, она говорит, почитайте ваших жен, и вы будете богатыми. Вообще непонятно, как это, как связано, какая связь вообще между почитайте жен, и вы будете богатыми. Теперь, ну если мы учим Тору, так связь она очень простая и прямая. Когда Бог дал проклятие первому человеку и его жене Хаве, Адаму и Хаве, то он дал проклятие первому человеку, он дал проклятие какое? В поте лица будешь есть свой хлеб. То есть он ему тогда сказал, у тебя была возможность быть со мной в хороших, и я бы тебя полностью обеспечивал, у тебя ты живешь в раю, все отлично. Но если ты захотел уже самостоятельно рулить своей жизнью, рули, но тебе будет все время, у тебя будет, за тобой будет гнаться Египет, да? То есть тебе все время нужно будет думать, как заработать, а заработаешь, как сохранить. А сохранишь, как, чтобы не украли, как, чтобы и так далее, да? Значит, первый человек получил проклятие, в поте лица будешь есть свой хлеб. Жена его получила 9 проклятий, Хава. Все они практически связаны с родами, тяжело будешь рожать и так далее. И есть проклятие всего лишь одно из 9, которое звучит так, что твой муж будет над тобой властвовать. То есть те все проклятия, это все связано с родами, с тяжестью вынашивания ребенка и так далее. То есть женщинам реально тяжело. А еще и муж будет над тобой властвовать. Теперь, если муж снимает с нее проклятие, которое в его руке, он говорит, я не буду властвовать, дорогая, как ты скажешь, так и будет. Вот как ты хочешь, чтобы было, вот так будет. Цветочки тебе на шаббат, на тебе. Значит, и так далее. То есть чисто от мелочи, что женщине надо, да? Он ее начинает уважать, почитать, не кричит на нее, все, то он с нее снял проклятие, а Бог с него снял проклятие. Ему тогда деньги приходят легче. Понятная идея? То есть это, если этого не знать, то как до этого додуматься? До этого нельзя додуматься. Это, а теперь смотрите, сейчас еще одна вещь я недавно слышал. Вообще красота. Значит, в последние 50 лет в еврейском религиозном мире, в котором вот именно где мужчины сидят и учат Тору, это мир Ешив, принято, что женщины работают, а мужчины целый день сидят и учат Тору. Женщины сняли с мужчин то, что было всегда положено на мужчине, зарабатывать деньги. Ровно в это же самое время изобрели такой препарат, который называется эпидураль, который снимает боль при родах. И теперь женщины рожают без боли. Ну, можно сказать, да нет, ну совпадение. А весь этот мир совпадение. Все совпало. Что шатер стоит, совпало. Что все совпадение. То есть, но когда ты понимаешь структуру этих совпадений, то тогда тебе, у тебя Тора это как свет. То есть тебе понятно, как все работает. Нет, знаем и другую тематику, что женщина, если работает, достаточно тяжело, и, в принципе, начиная со второго, третьего ребенка, она, в принципе, при тяжелой работе физически, она получает ребенка достаточно безболезненно, без эпидурали. Может быть, тоже отлично. То есть это же, в принципе, как бы без уже, как бы... Да. А если она дизайнером работает? Хорошо. Но имеется... Все, может быть. Есть много разных может быть. И опять вернемся к Брахот. Тора начинается с трактата Брахот, благословение. И там написана такая фраза, что приучи свой язык говорить «я не знаю». То есть мы, в принципе, в этом мире, о чем бы мы ни рассуждали, мы обо всем рассуждаем приблизительно.
То есть даже мы не можем точно сказать про вот этот вот там Тора, что она здесь лежит, потому что с точки зрения какой-то там квантовой физики ее нет. То есть тут 99% пустоты и всего лишь 1% материи. То есть это все как энергия, да, так с какой-то точки зрения можно на нее посмотреть. Значит, первый уровень – это изучение Торы. Когда ты изучаешь Тору, ты знаешь, как оно работает. Значит, тот, кто уже в возрасте начинает изучать Тору, то проще всего изучать Тору по подходу Любавического Рэба. Он собрал, например, есть очень классные книги на русском языке, есть книга, например, «Сборник ответов Рэба про деньги». Сборник ответов Рэбе про здоровье, сборник ответов Рэбе про богатство, сборник ответов Рэбе про... И идет там по всем тематике, взяли все его ответы и скомпоновали. Теперь у тебя есть вопрос. Я, например, проверял, что очень сильно работает книга о том, как зарабатывать, о богатстве, да, о деньгах. Берешь эту книгу и делаешь себе привычку. Кладешь в цдаку, выполняешь заповедь цдака, монетку, и открываешь, читаешь какое-то письмо. И делаешь то, что Рэбе советует. Работает невероятно. Вот кому деньги нужны, проверьте. Практическая мудрость, как работает? Надо понять систему. Значит, первая часть системы, ты должен знать законы Торы, как Тора объясняет, как работает этот мир. Когда ты знаешь законы, понимаешь вот эти все алгоритмы, или второй вариант, ты доверяешь тому, кто знает Тору, как Рэбе, да, он знал Тору, он хотел добра, ты полагаешься, как Тора нас учит, сделай себе рава, то есть есть такой закон, осел и харав, сделай себе рава и отдались от сомнения, да, не сомневайся. То есть у тебя есть вопрос, приди к раву, он знает Тору, он тебе скажет, тут Тора говорит так, тут Тора говорит так, очень просто. Значит, первое, ты знаешь, второе, ты просишь у Всевышнего молитва, то есть ты... Три раза в день, значит, ты ходишь в синагогу или дома молишься, есть молитва, называется Амида. 18 благословений. Значит, три благословения ты включаешься, прославляешь Всевышнего. Потом идут 8 благословений, которые 3 плюс 8 сейчас. Три первых – это прославление, три последних – это благодарность. И между ними, получается, остается сколько? 12 – это просьбы. Кстати, интересно, как вы думаете, о чем евреи просят первое благословение, первая просьба? О чем она? Кто знает? Здоровье. Не. Не. Не, ну как, мы у Бога, ты что, Амиду не молился никогда? 18 благословений. Не помнишь? Нет, разум дай мне разум, сделай меня умный, дай мне... Причем разум есть трех вариантов. Есть там мы просим разум знания, знать аксиомы. Второй разум логика, бина. Это уметь делать логические выводы, да? Причинно-следственные связи, да. И третье, дай мне дат, чтобы у меня картинка мира была собрана. То есть мы живем же, каждый живет в картинке мира, восприятие мира. Так дай мне, чтобы у меня были хохма, чтобы у меня были аксиомы знания, чтобы я умел в любой ситуации сделать причинно-следственные связи, и чтобы у меня все это вместе открылось потом во что? В общую картину мира правильно. Это мы просим, первая просьба среди просьб. Дальше мы просим там разные просьбы о здоровье, о благополучии и так далее, и доходим до благословения, в котором мы просим личные попросить конкретно то, что ты хочешь, и именно вкладывая туда максимальную свою эмоциональную силу, которую ты можешь вложить, потому что написано «просить надо литканен», то есть как ты просишь, вот когда, ну, когда реально тебе надо, но... Большинство людей не включаются, им как бы надо, но так, знаешь, даже когда люди говорят про деньги, вроде надо, надо, а чем ты вчера занимался? Сериалы смотрел, а позавчера чем занимался? Пиво пил, а позавчера с друзьями сидел, понимаешь, то есть, но в молитве ты, если тебе надо, то ты фокусируешься и включаешься, и говоришь, мне реально это надо. И, значит, и потом в конце благодаришь Всевышнего, три последних благословения, благодаришь за то, что он уже тебе дал. Итак, три раза в день, значит, ты включаешь, бьешь в одну точку. Теперь третий уровень практической мудрости Торы – это соблюдение заповедей. То есть Всевышний сказал, что в Торе, что ты должен делать вот эти действия – делай, а вот эти действия – не делай. Значит, заповеди повелевающие,
Мицвот Асе на сегодня есть 77 осталось у нас повелевающих заповедей. Было повелевающих заповедей, кто помнит сколько? Всего сколько заповедей? 613. Из них 248 повелевающих и 365 запрещающих. Но в наше время осталось всего лишь 77 повелевающих. Нету храма, нету царя, значит, осталось у нас мало заповедей. То жертвоприношения не можем приносить пока. И как раз вот у нас утром урок в 10 утра, мы изучаем 10 минут. Это законы Лашон Ара, Шмират Лашон Злоязычия. 10 минут мы изучаем повелевающие заповеди, которые надо делать. Мицвот Асе. И когда ты делаешь третий уровень, это ты делаешь волю Всевышнего. То есть ты, выполняя заповеди, ты с ним входишь в резонанс. И ты зарабатываешь баллы, которые потом обналичиваешь в молитве. Вот три, как бы три этажа соединения со Всевышним. Первое – знание о Боге, это Тора, учение Торы. Второе – молитва, это сосредоточенная просьба к тому, от кого зависит все. Третье – это те заповеди, которые ты делаешь. Есть в Пиркей Авот известная мишна, которая говорит, делай его волю как свою, вот как ты бежишь за пивом, когда тебе хочется пива, так же надо бежать на молитву, как ты бежишь за пивом. То есть выполняй, как ты себе служишь, своему желанию, так же ты служи Всевышнему. И когда ты служишь Всевышнему и выполняешь его волю как свою, он обещает, он выполнит потом твою волю как его. То есть тогда ты в молитве стоишь и говоришь, ну смотри, я сделал. Я тфилин одеваю, я утром встаю и так далее. То есть, ну, и ты чувствуешь, что реально ты, ну, как бы тебе положено. Это не ты попрошайничаешь. Кроме этого, вот интересно задают вопрос еще. Вот если Всевышний же, то есть Всевышний это не личность, да? Всевышний это создатель мироздания. У него есть аспект, который создатель, творец. И у него есть аспект, который называется всесильный. То есть все законы, Элоим, это все законы мироздания, это тоже он. То есть он творец, он находится выше этих всех законов, и он же всесильный, который эти законы сотворил. Теперь, когда ты становишься молиться, ты просишь его, Творца, чтобы он ради тебя изменил законы. Потому что иначе на что ты надеешься, что ты просто можешь выпросить то, что тебе не положено, это же очень странная идея. Как так? То есть если все очень структурировано, и мое сегодняшнее положение в пространстве, во времени, в деньгах, в здоровье, это следствие того, что я наделал вчера, позавчера и так далее, как я могу рассчитывать, что я после там пятиминутной молитвы что-то поменяю? Вопрос? Вопрос. Значит, что нам говорит Тора, знание? Оно говорит следующее. Смотри, действительно вопрос справедливый. То есть ты, например, ты делал кучу разных действий неправильных и так далее. И ты получил результат, который получил. Сейчас ты просишь, дайте мне другой результат, типа вы ошиблись на небе, там, измените. А ответ такой, что тот человек, который стал молиться, и тот человек, который помолился по-настоящему, это два разных человека. То есть когда ты молишься от всего сердца, и ты включился что есть Бог, Создатель, Творец, первых три благословения. Потом ты у него попросил, включая есть благословение, одно из прости. Другим, я в другой уже. То есть вот этот механизм тшува, который раскаяние, да, который работает в очень хорошо Рош ха-Шана и Йом-Кипур, но его можно делать каждый день. И когда ты молишься и говоришь, все, я понял, я буду по-другому действовать, все от тебя, и в этот момент ты просишь, молишься, потом ты делаешь три шага назад, это другой человек. Тот человек, который стал молиться, и тот, кто по-настоящему помолился, это два разных человека. Откуда доказательства? Возвращаемся в уровень знания Тора. Есть такой трактат в Талмуде, называется Кидушин. Кидушин – это посвящение. То есть, когда мужчина женится на женщине, он ей дает специальное кольцо, стоят они под купой, дает ей предмет и говорит, этим ты посвящаешься мне. И они в этот момент на небе становятся как одно целое. Теперь, значит, с этого момента на них, на обоих действуют совершенно другие законы, чем действовали до этого момента. Теперь, значит, есть мишна в Кидушине, которая разбирает вопрос следующий. Он ей, когда давал это кольцо, он ей говорит,
этим ты посвящаешься мне, но при условии, что я леви. Я из рода леви. А оказалось потом, что он коэн, он не леви был. Или этим ты посвящаешься мне на условии, что я богатый. А оказалось, у него ничего не было, обманул. Или он ей сказал, этим посвящаешься ты на условии, что я цадик. А оказалось, что он злодей. Или наоборот, он сказал ей на условии, что я злодей, а оказалось, что он цадик. Так в этом случае состоялось, и он должен ей дать разводное письмо. Во всех остальных случаях, если это было на условии, знаете, как вот пишут доверенность, на условии или договор. Если везде условие не было соблюдено, то это не состоялось, он не должен ей писать разводное письмо. А в случае, если он ей сказал, я праведник или я злодей, оказалось наоборот. Должен написать разводное письмо. Почему? Потому что разница между злодеем и праведником, она секундная. В какой-то момент был праведник, и он вдруг, такая у него мысль мелькнула, а может там и что-то проедало поклонство, он подумал. Может действительно есть троица, может действительно от голубя она родила. Все, уже не праведник. Все, сразу просто сгорели у него все баллы вообще. Да? То есть он в этот момент становится человек, который отрезал себя от Всевышнего. То есть он, ну, теперь... Простите, нас учат, что мысленно, за наши мысли нас не наказывают. Проедало поклонство учат как раз, что наказывают. Не наказывают. О том, что троица, он начинает спорить сам с собой. Потом доказывает о том, что этой троицы нет. Уточним. Значит, в момент, когда цадик подумал определенные мысли, он в один момент может превратиться в злодея. И злодей, который в один момент, в Талмуде несколько разбирается вопросом, можно ли приобрести грядущий мир за одну секунду. И приводятся люди, которые грешили всю жизнь, и потом они в последний момент перед смертью раскаялись и хазру бетшува. Это называется на иврите. То есть они раскаялись. В этот момент они сразу поднимаются на небо в самые высшие миры, которые только возможны для цадиков. Поэтому это как раз ответ на вопрос, почему во время молитвы может кардинально поменяться все. Потому что если ты молишься по-настоящему, и ты в этот момент раскаялся и оставил свои старые какие-то дела и так далее, в этот момент ты можешь стать праведником, и твоя молитва принимается, и так оно работает. Значит, еще раз, практическая мудрость Торы. Есть у нас уровень знаний. И Тора, она построена на том, что есть очень много знаний, которые, если изучать по одному листу Талмуда в день, сколько лет нужно, чтобы изучить только Талмуд? 7,5 лет. Представляете? Это если один лист Талмуда в день учить. Но если ты его учишь, вопрос, сколько у тебя потом запомнилось из этого листа. Спасибо большое. Боруха то дуйну илейну мэнахором шакольня бедара. Вот, вопрос, сколько осталось у тебя от этого листа. Поэтому даже тот, кто учит, не факт, что он все помнит. Ну, вернее, факт, что он все не помнит. Это как бы понятно. Но, тем не менее, есть возможность подойти к знающим людям, спросить, поинтересоваться. И на тот вопрос, который у тебя конкретно есть, можно получить конкретный ответ у знающих людей. У людей, которые действительно этому посвятили жизнь, и у которых есть... документ, что он такой настоящий раввин, можно у них спрашивать. Есть такие люди, да? Если таких людей у вас не находится сразу рядом, кто может на русском вас понять, выслушать. Есть очень хороший сайт, например, Taldot.ru, там есть сайты, где можно задать вопрос, в котором он в этом вопросе, то есть если вы сформулируете, вам ответят. На русском языке, то есть возможность спросить у раввина, куда обращаться в таких случаях, но любой еврей, который хочет у раввина спросить вопрос, раввин ему от всего сердца отвечает, потому что это его обязанность ответить, что Тора говорит в этом случае, как поступить. Второе, молитва, это зависит уже от каждого из нас. Тут уже ты не можешь ни на кого полагаться, как никто не может делать зарядку за тебя. Также вариант «помолись за меня», он мало работает. Он работает, то есть если есть такие люди, специальные цадики, да, у которых своих желаний нет. Почему они стали праведниками? Потому что они подчинили полностью свое «я» воле Всевышнего. И так как у него своих желаний, кроме выполнять волю Всевышнего, не осталось, то вы можете к нему подойти, к такому вот... Некоторые даже задают вопрос, а почему, если он такой праведник, почему он, когда кого-то благословляет, то оно получается, а сам он бедный, там, больной и так далее. Что же он для себя не попросит?
Поэтому он и праведник, потому что у него своего желания нету. Он говорит Всевышнему, насчет меня, я, есть мишна тоже в Пиркеавот, что не будьте как рабы, которые служат Всевышнему для получения награды, а будьте как рабы, которые служат не для получения награды. И все праведники, они идут по этой мишне. Они служат не для получения награды, а потому что любят Бога. У них нет уже вот этого внутреннего эго, я, там, зависть, стремление к чему-то. Поэтому можно прийти к нему, попросить, чтобы он тебя благословил и за тебя помолился. Но есть еще один закон в Торе, который нам говорит так, что если есть человек, твой враг, который, у него упало животное, и его привалило грузом, и ты должен, он просит, помоги. По Торе ты должен помочь только в одном случае. Знаете, в каком? Если он сам его разгружает. Он не может тебе сказать, ты помоги, а я постою, покурю. Только вместе с ним. Поэтому тогда получается странная ситуация. Ты приходишь к садику, говоришь, помолись за меня. А на небе смотрят, а ты-то что? А он сам не молится. Так тебе не надо. Слушай, если у тебя твое желание, чтобы твоя цель там какая-то была достигнута, такая минимальная, что ты не можешь даже помолиться нормально, попросить у Бога, так, ну слушай, тебе не надо тогда. Что ты рассказываешь, что тебе надо, там садиком ходишь, голову морочишь. Тебе надо, тебе сказали, помолись, одень тфилин, дай цдаку. То есть выполни заповеди, что ты ходишь к Богу, обращаешься, есть же правила. Понятно, значит, и мы переходим тогда на третий уровень выполнения заповеди. Знание, что делать, молитва, что ты хочешь, личный контакт с Богом. И выполнение заповеди – это твой депозит на небе, с которым ты приходишь потом к Всевышнему и говоришь, смотри, я твою волю выполняю, у меня есть пару вопросов, пару просьб, пожалуйста, и у тебя тогда чистая совесть. То есть ты, ну, реально понимаешь, что ты работу сделал, у тебя есть запас. Это то, что я вам хотел сказать в двух словах про практическую мудрость Торы. Так вот, ну, просто схема. А дальше все очень просто. У нас у всех есть в день где-то 12 часов свободного времени. Из этих 12 часов есть обязанность выделить и утром, и вечером, то есть и в светлое время суток, и ночью, время на изучение Торы. Это обязанность у каждого еврея. Выделить время постоянное, желательно утром после молитвы. Начать можно с 5 минут, 10 минут, 2 минуты, но выделить постоянное время для изучения Торы. И вечером перед сном постоянное время для изучения Торы. Потом добавить к этому времени, проучить хотя бы в начале про молитву «Шма Исраэль». И добавить утром «Шма Исраэль», вечером «Шма Исраэль». Потом, когда ты добавил, добавить к «Шма Исраэль» молитву, то есть ну, каждому что-то надо. Так почему не попросить? Ты уже, у тебя уже запас есть, депозит. То есть ты уже Тору учишь, «Шма» говоришь. Уже есть контакт со Всевышним, уже есть, можно прийти не с пустыми руками. Потом к этому ты добавляешь дальше изучение Торы больше. И дальше ты выстраиваешь свою жизнь. То есть в Торе все понятно, пути ее приятные. Как говорится, что, значит, счастливы те, кто держится за Тору, а ее поддерживающий, что будет счастлив тоже. Да, то есть все. И получается, что у нас есть невероятный от Всевышнего подарок, да, подарок, что мы евреи. Так повезло уже, знаете, уже ничего с этим не сделаешь. Повезло, так повезло. И, значит, надо это теперь обналичить. То есть с этим связанных много сложностей, но, опять же, эти все сложности, они тоже как раз, чем больше страдания, тем больше награда. И когда на небе возмущаются другие народы, а почему весь вот этот Алам Аба, грядущий мир, почему все евреям, так говорят, посмотрите, сколько они страдали. То есть столько, сколько евреи страдали, никто не страдал. И даже дарование Торы было после 200 лет рабства. То есть 200 лет тяжелого рабства, потом дарование Торы. И это тоже надо понимать, что чем больше страданий, тем больше награда. Вопросы. Давайте теперь пару вопросов и все. Он не теряется, здесь нет четкого взаимообмена. Не-не-не, у тебя есть то, что ты зарабатываешь, повелевающие заповеди, это твой депозит. То, что ты грешишь, это на тебя идет проблемы. Это две непересекающиеся, ну, два как бы разных счета. То есть это тебе, когда ты нарушаешь волю Всевышнего, ты заходишь в темный переулок, суешь пальцы в розетку, то есть тебе за это приходит какая-то отдача. Но у тебя, тем не менее, остаются твои хорошие, добрые дела, твои молитвы, все это остается. Оно тебе дает, когда ты зашел в темный переулок, и тебя спрашивают закурить, а у тебя на руке золотые часы.
То есть и часы есть, и заберут. Понимаешь? То есть это не пересекается. Онлайн засчитывается? Изучение Торы? Да. Да, есть здесь нюансы. Смотрите, в Тора, когда ты... Я вот только сегодня как раз читал одно письмо Рэбе, и он там говорит, что когда ты учишь Тору, ты должен произносить слова Торы. То есть если ты во время урока, вот ты что-то слушаешь, и ты выделил какую-то идею, которая тебя там зацепила, ты хочешь запомнить, и ты потом ее вслух кому-то рассказал, или просто даже в машине едешь, вот я сейчас ехал, я слушал урок Торы, и я повторял какие-то идеи, которые я слушал, мне очень понравилось, как раввин рассказывает, и, ну, на иврите, и я, значит, вот какую-то идею повторял, вот, засчитывается, когда ты произносишь слова Торы. В Шма Исраэль мы говорим «Вадибар таба», мы будешь их говорить. Я очень его почему-то очень сильно полюбил, сказал, что первый раз заход, который я с его помощью сделаю, получит то 10% от того, что я там заработаю. Рав Исраэль, Яков, Харский еврей, он очень такие дает советы, чисто по жизни, и истории, может быть, немножко они какие-то кажутся немножко такие экстравагантные. То есть вещи, которые я сам себе продумал. Да. Отлично, но... Да. 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 Ну, надо переходить на второй-третий уровень, молиться и делать заповеди больше. То есть не ждать, когда там Бог даст, а потом, значит... Он тоже дает советы. Да. То есть я действительно на себе попробовал, как они работают. Но твилин одевайте. Твилин одевал, может, одно время одевал, сейчас уже прекратил. Ну, заходи вот в синагогу. Ну что, мимо проезжаешь, далеко живешь? А? Ну, так что, зайди один филин, это ты выполняешь сразу две заповеди, это две отдельных заповеди. И когда ты говоришь «Шма Исраэль» в филине, то это ты прямо на небе, тебя отметили, красавчик, все. То есть это, ну, просто пять минут, а у тебя сразу совершенно другая сила, личная сила. Понимаешь, филин это сам, одна из самых сильных заповедей. Все, заходи, вот тут всегда есть филин, можно одеть. Есть еще один нюанс. «Шма Исраэль» нужно обязательно говорить, не думать. Да, вслух, вслух, да. Обязательно вслух, иначе она не читала, не действует. Я слушал лекцию Зиттера, Рава Зиттера, и он сказал, что онлайн-лекция это тоже считается... Да, да. Считается Тора. Что считается изучение иврита тоже изучение Торы, да? Если потом человек... Я советую все равно, вот как я учил иврит. Я учил наизусть Пиркей Авот. Учил наизусть какие-то псуким там и так далее. И так ты и запоминаешь, и ты говоришь это, наговариваешь, оно записывается на тебя. И так легче выучить иврит. Да, Катича. Вопрос. В какой части Торы ты из себя черпаешь вещь, которая у нас идет, это самоанализ, как бы, и изменения из этого? Как ты вот именно, потому что... Это то, что да. Ну смотри, я когда начал изучать, я понял, что есть основа вся Торы, это Пиркей Авот, поучение отцов. То есть на этом все базируется. Но один раз прочитать, мы каждый год должны читать, сейчас как раз то время, когда мы читаем. Но я Пиркей Авот выучил наизусть в свое время. То есть я реально каждый день повторял, ехал там вот из Ишивы, ехал все, и наизусть повторял, повторял, повторял. То есть есть базовая вещь, это Пиркей Авот, вот как жить, типа, ну, мировоззрение Торы, да, то есть это базовая система. Потом царь Соломон, мудрейший из людей, Мишли. Вот я сейчас только ехал, думаю, надо опять повторить. Я два круга Мишли прошел, преподавал, давал уроки, но оно все равно уже, ну, невозможно, если ты учишь и не повторяешь, это как будто бы ты сеешь и не собираешь урожай. Я вот сейчас сегодня ехал, думаю, так, значит, надо Мишле опять повторить, еще раз записать короткие аудиоуроки, там, добавить туда что-то. Ну, для меня, это же для себя же. Я очень всегда люблю во всех вещах оптимизировать процессы. То есть оптимизировать, ну, делаешь какое-то дело, если ты можешь за одну минуту времени получить двойной эффект, тройной эффект, там, четверной, так чего отказываться. То же самое, учишь Тору, если ты учишь, чтобы обучать,
так тогда у тебя двойная награда. Теперь, если ты обучаешь и через интернет, так у тебя тогда сколько людей тебя послушало, столько... То есть надо все время масштабировать то, что ты делаешь. Поэтому просто так ты сидишь, учишься, это одно, послушай лекцию. Записал хотя бы три вещи, там, три идеи. И поделился этой лекцией с 10 людьми. Что тебе тяжело, ты послушал по WhatsApp, всем разбросал друзьям евреям. А тебе все равно. Тебе главное, что Всевышний. Да они разбегутся, поверь. Если евреи, евреи, евреям посылают, не разбегутся, наоборот, будут благодарны. Я, к сожалению, попала, и поэтому иногда, если я начинаю перегибал палку, иногда без смотрения не адекватно. Я не мог сказать, что мир, я из своего потока. Хорошо, я тебе... Да. Я тебе советую тогда, зайди на Ваикра, там есть кнопочка «Распространять Тору», нажми на кнопочку $10, да, чтобы уроки от твоего имени шли на... Выбери урок, у нас там 100 раввинов есть, выбери урок вот этого раввина, начни там 10 евро в месяц. Это не обеднеешь от этих денег. Но за 10 евро будут люди там 30-40 часов Торы. То есть ты становишься как бы партнером по... распространению урока, его посмотрит этот урок 30-40 человек. И это твой вклад. То есть мы специально сделали, что можно выбирать себе раввина и пишешь там, я хочу вот этого раввина, например, поддерживать. Можно вот этого, например, мы тоже можем сделать его уроки, которые тебе нравятся. Да. Да. Я слышал про него, да, очень веселый, хороший, да. Наших тоже. Да. Хорошо. Это не важно. То есть важно всегда, когда у тебя есть цель, то ты найдешь способ, как ее выполнить. То же самое в обучении. Значит, я Мишли, вот я выбрал для себя это. Да, поэтому выбери, вот выбери основные идеи, которые ты видишь, что они тебе нужны, там, ну вот, они тебя оставляют. Их повторяй, повторяй, пока это не станет твоей жизнью. Твоим именно подходом. Спасибо. Кати, еще есть вопросы? Давайте, последний. Давайте. То есть, вернее, два даже. Первый, я просто еще раз, если можно, потому что здесь, чтобы не получилось недоразумение, я исхожу из опыта и того, что я видел, как это делал Рэбе, и соответственно говорю, по поводу мысли. К нему приходила масса крещенных, прошу прощения, евреев, причем попытались его... постоянно провоцировать на какие-то вещи и так далее. И Рэбе с ними разговаривал очень вежливо и очень аккуратно. Из чего я делаю вывод, что эти люди никак не могут в этот момент... То есть он их не воспринимал как грешников. То есть еще раз, это как бы мое восприятие того, что я видел. И второе, по поводу 613 заповедей. Я очень внимательно слушаю ваши лекции, и в том числе вот то, что вы сейчас сказали. То есть смотрите, у нас получается некое недоразумение. Как бы вы говорите, смотрите, вы заходите в некое энергетическое поле, космос, как угодно, и там мы делаем какие-то определенные вещи. То есть составляем свои мысли, то есть думаем позитивно, и думаем, из чего я немножко дальше пропустил. 613 заповедь. Да, мы можем там что-то сейчас исполнять и не исполнять практическим образом. Но в принципе Хасидут нас учит тому, что мы массу заповедей, а в большом счете все заповеди, таки можем сейчас выполнять. То есть заповедь, опять же, заповедь короля или царя почитать. Ну, простите, пожалуйста, если вы читаете Рэбе, мы Рэбе объявили королем Моше. Поэтому вопрос, секундочку, мы с вами разговариваем сейчас, я не дискутирую, как бы, но я, в принципе, говорю с вами немножко так, чтобы одинаково. То есть король у нас есть. Дальше, по поводу храма. Ну, простите, уже замечание всех мудрецов, которые говорят, да, храма нет, но ваше сердце есть ваш храм. И там вы сжигаете свой яцерра, который является там жертвенным животным, и прочее, прочее, прочее. И так дальше, и до плодов Израиля, и прочее, и масса всего, которое, в принципе, на самом деле мы исполняем. Мало того, даже такая интересная заповедь. Я вам советую, знаете, что сделайте? Вы напишите письмо Хафецхайму. Хафецхайм был великий мудрец. И он написал книгу, называется «Заповеди, актуальные в наше время». Он в этой книге выделил 77 заповедей, актуальных. Поймите правильно, да. Он писал иногда некоторые вещи, иногда наши мудрецы, понимая, что сейчас
объяснять, скажем так, широкому кругу слишком сложновато, они некоторым образом упрощают некоторые вещи. Ну, отлично, все. То есть, главное, да, что вы, да, вы его поняли, что он хотел между строк сказать. Да, все. Отлично. Спасибо, да. Классно. Да, вот женщина, да, пожалуйста. Да, да, хорошо. Все, значит, тогда мы на этом заканчиваем. У нас сейчас молитва, у всех есть возможность практически выполнить то, что, о чем мы много говорили. Значит, сейчас будет минха, да, молитва? Будет минха? Ну, Марев, да, так давайте сейчас помолимся. Как раз у всех есть сидуры. Я только рассказал, сейчас как раз все могут помолиться очень хорошо. Да. Ну вот, снимается, я не знаю. Я хочу, вот я уехал на Украину, жил там по 7 дням, я был в Украине.